Добро пожаловать в Мышкин, город, в котором реальность и сказка сплелись воедино. Здесь можно встретить лешего, русалку и даже ученого кота. Интересно? Дальше будет еще интереснее. Однажды магические вещи были украдены и попали в случайные руки. Волшебные силы вышли из-под контроля, и теперь Мышкин вот-вот погрузится в хаос. Но не стоит паниковать, ведь на страже покоя стоит сказочный патруль. Маша, Варвара, Снежка и Аленка – юные волшебницы, сохраняющие баланс между сказкой и обычным миром. Девчонки, а ведь у нас есть новое задание! Сказочный патруль, за дело! Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Городские крыши. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Аленка. Снежка. Маша. Скорее! Нужно догнать печальку и вернуть лешему. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Поможем Маше прицелиться. Ну и выстрел! Маша просто гений! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Соберем ноты, чтобы поймать ритм танца. Танцевали. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало. Опасно связываться с внучкой Деда Мороза. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Скорее, надо помочь Аленке потушить огонь. Вот это волшебство! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало. Опасно связываться с внучкой Деда Мороза. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Используем силу Маши, чтобы передвинуть предметы. Препятствие устранено! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Что бы такое сказать, чтобы убедить собеседника? Отлично! Договорились! Изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен.
здесь ему самое место. Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Дремучий лес. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Варя. Аленка. Серебряное копытце сбежал из лукоморья. Вернем его поскорее. Выберем, кто поможет устранить препятствие. А ну-ка, врежем ему как следует. Варя всегда готова за себя постоять. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Надо подсказать Аленке, куда выстрелить из рогатки. Вот это меткость! Молодец, Аленка! Впереди ничего не видно. Попробуем осветить дорогу. Вот это волшебство! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Скорее, надо помочь Аленке потушить огонь! Вот это волшебство! Кто поможет устранить препятствие? Самое время применить волшебство. Варя так виртуозно управляет ветром. Браво! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Поможем Варе поймать предмет. Отлично! У Вари все под контролем. Берем ноты, чтобы поймать ритм танца. Классно потанцевали. Еще одна вещь возвращена владельцу. Мы заработали новый ранг! Вот это класс! Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Дремучий лес. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Снежка. Аленка. Маша. Мыши ограбили хранилище. В погоню! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Надо подсказать Аленке, куда выстрелить из рогатки. Вот это меткость! Молодец, Аленка!
изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Скорее, надо помочь Аленке потушить огонь! Вот это волшебство! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Используем силу Снежки, чтобы передвинуть лед. Отлично! Тут ему самое место! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало! Опасно связываться с внучкой Деда Мороза. Впереди ничего не видно. Попробуем осветить дорогу. Вот это волшебство! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Надо изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало. Силы природы всегда помогают Маше. Мы вернули еще один предмет. Городу требуется наша помощь. Выберем задание.